Активисты Greenpeace арестованы, а на ледоколе Arctic Sunrise идут обыски. Так закончилась первая неделя пребывания зеленых в Мурманской области. По новой информации следователей, судно «Эколога» все же нарушило 500-метровую зону безопасности рядом с платформой «Приразломная». Суды над активистами Greenpeace, которых подозревают в попытке захвата платформы «Приразломная», состоялись 26 сентября 2013 года. В ходе заседаний 22 зеленых заключили под стражу на 2 месяца. Еще 8 продлили срок заключения в изоляторе временного содержания на 72 часа. Однако уже на выходных прошли новые слушания. По их результатам в СИЗО на 2 месяца определили и остальных активистов. Главным аргументом, которым руководствовалось следствие, требуя арестовать экипаж «Arctic Sunrise», – наличие загранпаспортов. По мнению правоохранительных органов, активисты могут воспользоваться этим обстоятельством и сбежать. А на судне «Экологов» в это время состоялись обыски. Сотрудники Следственного комитета изъяли с корабля часть оборудования, а также документы на иностранном языке. Техника пройдет экспертизу, которая покажет, для чего она могла использоваться. С документами же работают переводчики. После их также могут использовать в деле. Следователи планируют предъявить обвинение задержанным «зеленым» в ближайшее время. Сами представители Greenpeace заявляют, что Arctic Sunrise зону безопасности вокруг платформы не пересекал, а активисты не планировали захватывать «Приразломную». Подкрепляют свои слова «зеленые» спутниковыми снимками, на которых отражено движение Arctic Sunrise вокруг буровой. Надувные лодки угрозы для безопасности платформы представлять не могли, уверены представители Greenpeace.